В Ульяновской области полным ходом идет сбор урожая капусты. В крестьянско-фермерском хозяйстве Храмов, что в селе Луговое, в этом году 31 гектар земли засадили овощами. Из них львиную долю, а это 20 гектаров, занимают кочаны капусты. Всего порядка 30 видов. Капусту в этом году начали мы попозже. Обычно начинали мы 28 июня, а в этом году в связи с погодным условием начали 7 июля. Погодные условия они были для всех неблагоприятные. Сперва холод, потом жара. В жару тоже ничего не растет, как и холод. Капусту здесь выращивают рассадным методом. Сперва в теплице и только потом пересаживают на грунт. Дальше готовый урожай собирают вручную. 71-летняя Зинаида Алексеевна выходит на сбор капусты каждый день, уже не один десяток лет. Без работы в поле, как признается женщина, жизни не видит. В настоящее время убираем этот ежедневно почти уже по 20 тонн. Ну иной раз 5 часов проходит, иной раз также уже, когда большая заявка, полностью целый день 7 часов. С полей собрали уже свыше 50 тонн овоща. Готовый продукт фермеры поставляют в местные магазины. Ульяновскую капусту импортируют в Оренбург и Удмуртию. Пожинать плоды будут до 1 ноября. Параллельно с капустой с полей убирают раннюю свеклу. А кроме овощей, аграрии приступили к уборке технических культур зерновых и зернобобовых. Уборка идет в хозяйствах Барышского, Корсунского, Кузоватовского, Новоспасского, Радищевского и Чердаклинского районов. Также ведется заготовка кормов. Рената Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.